О, мама, здравствуйте. Здорово, зятек. Как поживаете? Да вроде нормально. А вы так спросите или в гости? Шутник. Лучше бы ты меня на вокзале встретил, чтобы я вот через весь город вот с этими сумками не перлась. Ну, может, если бы вы меня предупредили, что едете, я бы вас и встретил. А чё это ты дома-то в обед? Чё, тебя все-таки уволили с работы, да? Чего это меня должны были уволить? Так они поняли, что ты лодырь, вот и уволили. А чего это я лодырь? Если бы не был бы лодырем, ты бы меня на вокзале встретил, чтобы я вот с этими сумками через весь город не перлась. Железная логика. Ладно, я буду ждать Люську, ты давай иди. Куда? Ну как куда? Куда там? В гаражи там, куда? На лавочке, где ты пьешь с своими алкоголиками, ну? Мам, я не пью. А ты вот встань перед зеркалом и повтори 20 раз, может, поможет. Мам, а вы к нам надолго? Пока не надоем. Да? Правда? Что, даже чайку не попьете?